Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Упт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс мыла, который будет называться «Виноград на веточке». Для этого нам понадобится гелевый краситель Grapes, отдушка «Виноград», гелевый краситель Lime, формочка, вот так она выглядит, и мыльная основа. Теперь раступим мыльную основу. Мыльная основа растопилась, и сейчас мы будем делать ягодки. Я беру краситель. Количество красителя вы определяете сами, в зависимости от того, какой цвет вы хотите получить. Я хочу, чтобы виноград был более насыщенным, поэтому я добавлю немного больше. В общей сложности я добавила где-то 8 капелек. Теперь хорошо перемешиваем. И добавляем отдушку виноград. Также самое количество убираете сами, какой вы хотите больше запах. Я хочу более насыщенный аромат, поэтому я взяла 7 капелек. Вы можете добавить больше или меньше. Все готово. Теперь заливаем просто нашу формочку. Оставляем место для листиков. Если немножечко попало на листики, ничего страшного, вы потом просто остатки уберете ножиком или палочкой. И теперь ожидаем, пока наша основа полностью застынет. Слой застыл, и теперь мы будем делать листики. Я добавляю краситель. Так как виноградинки у нас более темные, поэтому я хочу сделать лепесточки более светлыми и яркими. Так будет красивый заметный контраст. Хорошо перемешиваю и добавляю отдушку. Я добавила 3 капельки, потому что у нас уже изначально виноградик пахнет, и чтобы не переборщить запахом. Но вы можете смотреть, как вам больше нравится. Все, я все заколотила и теперь заливаю формочку. Все, и теперь ждем, пока мыло полностью застынет. Я достала мыло с формочки. И вот в итоге у нас получился вот такой виноград. Я еще натерла ягодки перламутром. Вот такой виноград. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!